Всем привет! И еще немного про Хузварну. Значит, попробовали поменять зажигание. Нашли донора на пилу. Попробовали, переставили, все равно проблема сохраняется. Дальше попробуем перекинуть полностью поршневую, все, весь комплект на новый корпус. Блин, как засвечивать, чтобы исключить вероятность того, что где-то воздух подсасывает. Ну, скорее всего, это так. Вот. У нас снега навалило, машина буксует. Посмотрим. Если все заработает, значит, проблема в корпусе. Что ж так засвечивает? Вот. Ну, или в сальнике, который пропускает. Попробую купить сальник, значит, если на новом корпусе заработает пила. Пробуем поменять сальник. Вот. И, возможно, даже купим еще один комплект поршневой и сделаем третью пилу. Потому что два карбюратора уже есть. Вот. А на том корпусе не хватает карбюратора. Там пластика всякого по мелочам. Фильтр воздушный. Вот. Стоят, застряли машины. Дернули бы, да, уже давным-давно. Вот такие дела. Все. А, еще по делу. В том, что не заплатил нам человек за цилиндр. Вот. Еще раз позвонили. И человек тот. Еще раз позвонили ему, в общем. И он день не собирается платить. Вот, выкаблучивается. А, значит, пойдем в полицию. Вот на днях они работают с 6 до 8. Вот завтра пойдем заявление писать. В общем-то, следите, как все это будет. Все, всем спасибо, всем пока.